Добро пожаловать на наш YouTube канал хотите. В данном видео расскажу, как включить узел SMARTTHING на устройстве Music Frame ls60d от Samsung. Для этого зайдемте в приложение SMARTTHING и выберем наше устройство. После этого, прокручивая вниз, выберем пункт «Узел SMARTTHING» и нажмем «Использование узел» и нажмем «Настройки». Подождем загрузку. Идет добавление узел SMARTTHING в аудиоустройство. И после того, как оно выполнилось, нажимаем «Готово». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!